Доброго всем времени суток, с вами Тексер, World of Sea Battle. Начал я тут снаряжать Essex. Вот такой вот он красавец. Палки в сторону торчат. Непонятно, ну да ладно. А к нему нужны пушки. Я в корму бабахнул два Василиска, бомбарды. Ну, драпать и отстреливаться, по-моему, хорошо. А вот тут... Что поставить, я пока даже не знаю. Можно поставить пиляющую вот эту жабу. Либо не мучиться и добить всю ястребами. Коронады. Коронады мне, в принципе, нравятся. Испепляющая — это кулеврина. Кулеврина же, судя по значку. Да, кулеврина. Вот, есть еще некий судный день. Судный калибр. Я еще не верю, что 42 туда полезет. Кстати, вот нигде не написано, какие пушки в него лезут. Какие в него лезут пушки? Где? Где хоть что-то? Ничего нет. Думай, как знаешь. Вот, орудие. И чё? Непонятная фигня, короче. Нигде не написано. Вот вообще. Опять надо где-то искать. Лазить по интернетам. А какие орудия стоят на этом корабле? А нигде не написано. С богатым вооружением. Участвовал там-то, там-то. Мне так это интересно, где он участвует. Вот Пушкин. Борт, нос, борт, корма. Кстати, что интересно, значит, на носу у него тоже можно воткнуть бомбарды, да? Да-да, можно. Посейдон. Раз Посейдон. Давайте посмотрим, что с Посейдонами. Посейдон. Нельзя купить или скрафтить. Это я где-то добыл, да? Ну, нельзя купить или скрафтить. Ну, кстати, что-то и недорого. Один. Просто впереди пушки все равно ни о чем. Ну, две пушки у меня, да, и чего? Все. Два Посейдона вперед. Два Василиска назад. Ок. А остальное там? Остальное надо покупать, крафтить и так далее. А для этого мне нужно сырье, потому что тут хрен ночевал. Ничего тут нет. Поэтому попер. Я плыву в Южный Бастион. Я плыву в Южный Бастион и оттуда сейчас все вывезу. На Россию. Ну нормально по ветру. Флинхэм, иди лесом. Утоплю и спрошу, как звали. А, кстати, чё бы мне? А тут было неудачно. А чё, перезарядился? А, отлично. На тебе ещё. Не горишь, я надеюсь. На тебе еще. Че, я решил с ним связаться? Да просто. Мимо. Не, попал, смотри. Все паруса. Кто плывет, и меня в трубу, честно. Блин, успел развернуться. Вот зараза. Паруса отдать. Круче кверху. А, нет ресурсов. Это я хорошо без ресурсов. Ладно. 83, но он был убит. Пушек нет, ну и ладно.
Поперли. Просто под руку повернулся. В общем, серию мы назовем переезд. Плавать я сегодня на инсексе не буду. Я буду переезжать. Так, бочек у меня нету. На меня будут крыситься вот эти орлы. Я просто пройду мимо. Слушай, хорошо влепил. Молодец. Я все равно пройду мимо. В жопу. Сегодня не до того. Силеровый пират. Но тут более такие опасные воды. А, это... Со звездочкой попадаются. Ну, как всегда. Вы знаете, как всегда. Стоит вот выплыть на корабле без ядер фактически, без досок. Ну, все, пожалуйста. Толком, толком. Ну ладно, гребем дальше. А есть что, у меня вот там смола делается. Ой, смола. Русина делается. Я даже не знаю, вот так по карте посмотреть, да? Сан-Мартинес. Кристобаль. Здесь туда еще переехали, перекинули. Из борделя, да? Ну и тут можно оплыть в бордель. В общем, не знаю, у меня есть, в принципе, небольшие корабли. В принципе, тут даже Россия бегает. У меня совсем маленький есть корабль. Ну, грузовой. Ну, так, может, миссик на мелководье выполнять. Я, может, что Россию оставлю. Сюда плавать. Потому что если я там следующую построю, какой-то там трейдер, он уже сюда не приплывет, его сюда не пустит. Ремонт, да. А трюма склад, да. Пум. Да, возить тут не перевозить, господа. Все. Представляете, сколько мне челночить, да? Ну, конечно, что-то можно продать. Что-то надо возить. Разглядываю. Еще бы мне. Куда бы? Два, сюда, 242. Давай сюда. 0,42. Ноль три. Ты издеваешься. Вот так. Да, я безоружный. Так. Сколько же тут всякого перевозить? Ёкарный бабай. Все ли надо перевозить? Товары, масло, товар. Кофе. Ну, тут сахар нахрена. Торговый дом. Я могу все это, дрова все эти продать, конечно. Дров-то у меня еще дофига. Вот так. Ой, смола. У меня вот столько смола, да? Половину толкну. Ром нельзя, ром надо везти. Это продать все нафиг. Воду продать, у меня есть вода.
Припасы. Толкнем. Я, может быть, да, я, может быть, дешево продаю, еще что-то там такое. Но нафиг не надо. А, это купить. Продать не надо. Так, чего у меня тут? 6000 железа. 6300. Ну, можно на рынке торгануть. Но слитками тут как-то не особо. Видите, рудой промышляют. Парусина. Да. Рудой промышляют. По 4. И что-то как никто не продает, да? Купит по 4. Продает по 10. Ну, давай я поставлю повыше. Вот так. Отлично. Так, короче, поплыли. Перевезу, что получится. Потом еще перевезу. Что да, противно, но надо переезжать. В основном корабли большие будут там. И мне надо там сидеть. С тут я буду приплывать и делать парусину. А в дальний тут буду плавать и делать перебор. Как-то так. Надо посмотреть, вот когда будут торговый корабль делать, надо будет посмотреть, доплывает ли туда Россия в угол. Если доплывает, то это нормально. Буду на ней возить, а то самый маленький корабль продам вообще. В принципе, так подумать, что я забыл на этих мелких островах. Ну, бывают задания, да. Кстати, вот буду прокачивать, когда следующий корабль, после России, который как раз тут и поплаваю, черт возьми, с торговыми заданиями по всем по этим разным местам. Блин, я плыву против ветра еще. Ай-яй-яй. Ну, тут такое. Битком. Так, сегодня такие мотыляния. На грузовичке туда-сюда. Можно еще с моего острова вывезти всякое и тоже продать. Но денег у меня уже достаточно. Не уверен, что я буду делать, что сам буду строить пушки. Наверное, просто куплю. Как мультики. Летучий корабль построишь? Куплю. Так и тут. Надо посмотреть. Ну, и на истребов мне хватит уже. Истребов наставить бортам. Коронат. На кулеврины испепеляющие? Нет. Горит, горит, блин. Влипили мне в корму. Я плыву, а меня задетут. Да не догонишь ты меня. Черные грязи. Иди грязелечением занимайся. Ну так-то нормально я привез. Железяк пригодится. Хотя так подумайте, что я оттуда забрал, да? Что-то я слабо представляю, в чем будет мой перевес заключаться именно, да? Там парусина. Там хлопок, там смола.
Железо. Железо, конечно, с одной стороны сюда, да. Хорошо, что у меня тут гнездовье будет. Да, сейчас надо смотаться на свой остров, забрать тут сырья и сырья поставить на продажу здесь. Так я для секса наберу на... Ой, не здесь. На пушке. Просто я тут между мыслями на предмет, что мне скрафтить пушки, либо мне пушки просто купить. Я склоняюсь к тому, что просто купить. Потому что у меня столько бронзы нет, чтобы эти пушки делать. Монеток у меня, по-моему, тоже штук сейчас нет. Можно купить, опять же, монетки. Но раз купить монетки, почему не купить пушки? Вот. И всякую всячину надо оттуда принести. Бастиона. И да, и обживаться что-то выпало, тут корабли уже пожирнее, уже поинтереснее. 350 золота, нормуль. Так. Просто если брать, пускай, пушки. 44 штуки. 88 бронзы. Как ни крути. А чё у меня не выгрузилось? А, это пиво Андрей. Блин, зачем я пиво Андрей вез? Я не знаю. Ладно, привез. Молодца. Так, 133 меди. Бронзу еще плавить. Из этого, ладно. Мой остров. Поплыли. Плыть мне назад. Якорь поднять. Сейчас хапну оттуда сырья. Сырье, наверное, толкну. Скорее всего. И посмотрю, что с покупкой пушек. 42-е вот эти пушки, гранаты. Мне кажется, сюда не ставятся. Ну, не сюда, а на эссапс. Ну ладно, сейчас даю. А это игрок тащит с собой. Мудрый змей. Ну, мудрый змей, мудрый змей. На чем это интересно? А, такая же у меня, да? Тоже Россия, нет? Похоже. Пеликан. Ну так по ветру-то хорошо, а обратно против ветра поедет. Так, ну... Просто на самом деле секс-то можно было даже не выкатывать. Пока он мне не очень нужен. Как бы, ну, я его же не прокачивал. Не буду сейчас прокачивать. Я сейчас буду следующим прокачивать Россию вот эту. Ну, не Россию, а то, что там после нее идет. Прокачивать, скорее всего, торговыми заданиями. Потому что она, ну да, она топит, конечно, но... Я задолбаюсь ей топить. То, что она может утопить, оно не крупное. Не очень боевой корабль, грузовик. Сейчас же, там. Нет? Я удивлен. А, он другой, по-моему, жал. Ага. Че, еще хочешь?
А, нет, они друг друга там требуют. Вот и давайте воюйте, ничего. Ну тут как-то непись погуще. Казалось. Казалось. Вот значит большой пул. Ну все, почти приплыл. Сейчас за угол и все. Прилетели в этот мой порт? Не похож. Э, где мой дом? Вот мой дом. Э, сейчас врежусь. Я что-то прям за угол втопил. Ой, что здоровый приплыл вдоль. Большой корабль. Все паруса. Не собирался кучу сопровождения. Жадно гноме. Вот так. Высадить пленных, установить разумение, понял. А, понял, не надо. Склады. Так, что у нас тут? 9,3К. Плюм. Задолбаюсь возить. Да, за 503. Чуть-чуть, почему? Двадцать 800. Че, всех шлюнки? 22 200, фальконет туда же. Бум. 204. Возить меня отсюда, не перевозить. Да. То есть отсюда как минимум еще один полный груз. Ладно, собирай. 22. Но это не перегруз. Так, выйти. Это не проблема, что капитан, проблема в трюме нет ядер. Это не проблема. Погнали. Немножко сбросил по скорости, воевать мне вообще нечем. Я воевать не буду. Ну и так, как видите. Ой, такой гренай ползет хороший. Можно было бы пободаться, но нечем. Чисто перевозки. Че, подберу что ли? А я подберу лазутчик на борту, в смысле? Еще вот новое про лазутчик. А что установлено? А что с экипажем? Да блин! Пеликан, иди нафиг. Не участвую в абордаже. А, понял. Пассажир так. Он мне не нужен. Пеликан вот у меня окрысился с чего-то. Пока разбирался. Лесом пеликан. Корабль перегруз. А я что-то подобрал. Сейчас начнется море пахнет смертью, да? И прочее фиготей. Перегруз. Я просто по добыче проплыл. Вот он перегруз. Ладно. Дайте пока поузну. Приехал. Так.
Выгрузили? Выгрузили. Кровотушкина. Ну чего, еще рейс. Куда деваться-то? Надо все железо оттуда вывезти. Я вот думаю, мне может быть отсюда... К сожалению, нельзя управлять никак, да? Придется плавать. А вот отсюда... Убрать, не помню, что она делала, переборки еще что-то. Убрать нафиг, сделать переборки здесь. Здесь у меня мастерская бронзы. Тут мастерская переборок. Бронза, я так думаю, в пень не уперлась. Тут будут переборки, тут будут паруса, тут у меня балки. Треугольник, а там нафиг его. Вот такое надо будет сделать. Так, ладно. Опять туда. У маяка верхнего. Нет пушечных ядер, это проблема. Скалли. Малдер и Скалли. Скалли, где твой Малдер? Так. Поперли. В пустопорожнем виде. Ну, в общем, и все, мне, собственно, останется только пушки для секса купить. Ой! Лесом иди. Че, разворачивается? Ну-ну-ну-ну-ну, да-да-да-да. Чуть-чуть задал. На 30 садик. Попытается догнать, но, блин, пустой корабль вряд ли догонишь. Он у меня быстрый, что такое. Скалли. Очередная скалли. Плавает всякая мелочь задиристая. Может, не мелочь. Ферриман. Ферриман, плыви куда-нибудь, а? Мне поворачивают. Снецовой фигуры, красавчик. Так, ладно. Узю. Ну вот, отплыл. Нет дерева на борту. Ну нет. Магазин тут. Что тут делает магазин? А, это магазин. Что магазин делает? Так, это экспедиция, все нормально. Док у нас менять и ремонтировать. Корень и режим. Да, все нормально. Так. Эрес. Два. Полный. А мастерская здесь это балки. А балки это дерево и железо. Можно сменить. Сделать другую мастерскую. Так. Но у меня отсюда еще возить, не перевозить. Руду-то я почти все забрал, да. Дерево. 18к. Уголь 18к. Смола. Это все тоже надо забирать. Да, не пушный ядер. Разруха. Так, повезли. Вот так смотришь, вроде Россия, ну, казалось, все время, да? 22. Ты говоришь, здоровый. Ну да, там можно еще его апгрейдами, по-моему, не заморачиваться. Огромный трюм. Вау. Не помню, какой предыдущий корабль был. Феникс. Ну, не важно. Вот. Сейчас вожу. Ты хрен увезешь-то все это. Трюмов, арена, да. Хрен набьешь ты все сюда. Сколько мне еще? Раза два точно плавать надо. Ну, я сейчас поузить буду, чтобы прям совсем долго не делать. А потом мне надо будет плыть в этот, в бордель. И снимать там мастерскую. И я высокого уровня не могу корабль делать. Быстрый какой-нибудь. Надо мелко что-то. Блин, у меня мелкого нет. Верхняя линия, которые были мелкие, там, типа, у меня был шлюп вот с бушпритом кривым.
Там Flying Cloud, его туда не пустят. Скорее всего. Ну да и ладно. Так, ладно, пауза. Ну вот, с прибытием корабль цел, да. 50 золота. Ок. А что я тут сейчас бахну тогда? Во-первых, я, наверное, продам вот эту вот руду. Тут дает руду? По 4. Давайте я толкну. По 4. Ушло. Ну, не ушло еще, но уйдет она мне еще. Так, ладно. Что, собственно, я надумал? Я сейчас посмотрю, сколько мне нужно балок на Falmouth Trader. 122 балки. И сейчас там их сделаю. И привезу балки. Вот и все. Легко и просто. И не буду дрова возить. 122 балки надо. Я же там балки делаю. Рамзай уже достал путаться. Он меня ждет. Он знает, что у меня пушек нету, поэтому он меня ждет. Ну, пушки нет, пушки есть. Ядерные. Я против ветра, да? Ай-яй-яй. Ладно, пауза. Так. Против ветра шел, неудобно, но что поделать. Так, трюм склад. Ну, вот это обязательно заберу. Так, давайте мастерскую. 122 мне надо. Сделал убить. Что интересно. Так. Тыц. Тыц. Ни хрена вот так, да? И это, на это ушло 8000. Ну, такое. Перегруз? Перегруз. Двести, наверное. Блин. Ну что, еще раз переться придется. Мне отсюда надо забрать еще уголь. Остатки вот этого счастья. Масло забрать, вот это забрать. И дров я бы тоже отсюда подгреб бы. Бревен, потому что ну, тут они в таком количестве не нужны. Я еще сто раз тут затарюсь. Так что, как минимум, еще один вояж мне сюда предстоит сейчас. Ну, как бы, да, на паузе. Поплаваем, да? Ветер вообще не в пень. Он, по-моему, еще хуже повернулся, пока я плавал. Где он там? Ну да. Я теперь против ветра сюда буду плыть. А тогда, значит, тогда в Бардель следующий рейс. Но вот балок на следующий корабль я уже набрал. Ок. Так, ну норм. Приплыли. А ветер не менялся, поэтому сейчас в Бардель. Так, верхний, наверное, маяк. Что, над этим пройти всем. Воевать не буду, пушки не беру. Ой, пушки, снаряды. Хреново тут тусить.
А вот как-то так, нормально. Мыс только обойти. И буду прям вообще по ветру. Сейчас пока не очень, а потом правее возьму. Обогну когда мыс. Все оттуда вынесу, мастерскую снесу. Мастерскую поставлю здесь. Бронзовую тут. Бронзовую здесь снесу. Поставлю, как она там, переборочную. Как-то вот так. Долго плыл. Ветер не совсем удачный, к перпендикулярному курсу. Не меняется собака. Ну, собственно, вот бордель. Так, плат за швард тоже есть, но это фигня. Так, трёхсклад. Тут не так, что до хрена. А выкинуть можно? Тут мне обломки не нужны. Так. Это общий склад. Тут склад маленький, не апгрейдженный. А, мастерская. Да. Снести. Все. Здесь все. А, переплавка. Что там за пушки такие? Все, с борделем покончено. Мне теперь в Мартинес снова. Ну, подними я. Так. Чем я по грузу? А груза и нет. Хотя, знаете, вот отсюда я могу даже, наверное, подняться вот туда. Раз уж так все пусто. Да, против ветра. Ну, как бы не быстро, да, против ветра. Ага, но что-то тут заберу. Сейчас. Чуть влево можно будет взять остров обойду. Вот. Ну, не самый худший вариант. Конечно, 19 плюс там слева написано. Я не знаю, это теперешняя ее скорость? Не-не, не теперешняя. Но видите, разгоняется постепенно. Это прекрасно. Все, плывем. Так, ну плыл долго. Видите, против ветра, ветер изменился немножко не в нужную сторону. И было очень неудобно. Постоянно бурчал боцман. Да-да-да, вот так и бурчал. Отлично. Так, трюм. Вот отсюда. Отсюда. Что там, масло какое-то, давай. Уголь, ну такое. А, переместил нормально. Давай дровишек. Ну, в принципе, что тут 700, я много не возьму. Ну, давай, не знаю. 500 вообще не возьму. Но уже перебор, видите. Пойдет. Все. Теперь в Мартинес, и в Мартинесе ставлю мастерскую какого? Перебор. А может было ядер взять. Но не собираюсь никому стрелять. Я собираюсь быстро доплыть. Уже так нормально помотался туда-сюда.
Ну, да, вот тут скорость будет приличная. Нормально, быстро, я думаю. Ну вот, да, плывут. А, вроде... Все паруса! И чё, а, убрать паруса нажал. Вроде все, перевоз закончился, сейчас поставлю на Петерскую, сменю, вернее, Петерскую с бронзы на не бронзу, на переборке. Так, мастерская. Так, переборка. А что, бронза осталась? Ну-ка. Ну пусть будет, она не мешает. А, снять там, да? Оборудовать. Вот. Теперь да. Так, что у нас по переборке? Давайте сразу бахнем. Файнвуд трейдер. Переборки. 40 штук. Ну так фигня на самом деле. Вот. Ну и парусину это в соседнем порту в этом. А в бастионе. С парусиной будет. Ну как-то вот, нормально. Все довез. Что с пухами, честно сказать, даже не знаю. Иди сюда. Секс. Ему нужно 44 пухи. Какой-то инфы, что сюда ставится, я вообще не вижу. Вообще. Какие? Вот эти все влезают, да? И 40-я испепеляющая влезает, Калеврина. Но мне на самом деле все-таки ястреб больше нравится. Давайте 44 ястреба, наверное, куплю. Скрафтить нельзя, да? Да, блин. Испепеляющих, 44 испепеляющих. Настолько тратится, я не вижу смысла. Так что давайте ястреб куплю 44 штуки. А, чуть-чуть, 140-148. Сейчас что-нибудь... Сейчас что-нибудь толкнем. Так, мастерская, что-то надо разобрать. Крана 28, чугунная. Я переплавлю, может. Это вот. Так. Переплавим. Я могу вот это продать. Малы. Так, если по-быстрому-то. Сейчас кого-то порадуем покупкой. 6, да. Ну, то все. А денег еще заработаю. Давай, борт. 51 лишних набрал. Как умудрился, не знаю. Вроде 4, всего 48. 44. А-а-а! У меня еще были.
Пойдет. Закрыть. Ну, собственно, вот. SX снаряжен. Экипаж. Да, экипаж. Дивизион стоит, ну, закрыть. Чтоб там ни было, да? В порту у меня до хрена народу было. Ну вот как-то вот. Боеприпас, ну не знаю, на. На. Чуть еще. Пару бочек. Только на там зарядов. И у тебя мортиры. Купил на корабль. Так. Ну как-то вот. Все. Снарядили, переехали. Все дела. Теперь я начинаю, беру Россию. И начинаю качать Фальмут Трейдер. Это долго будет, конечно же. Не знаю пока как. Миссии это будут. Или я буду на... просто плавать. NPC топить. Ну, увидим. Баллон. Скуда. 5000 скуда. Здорово. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.